В октябре 2020 года одно из самых главных астрономических событий – сближение планеты Марс с Землей. Минимальное расстояние до планеты в это сближение будет составлять 62 миллиона километров. 7 октября Марс будет на самом близком расстоянии от Земли, а 13 и 14 октября пересечет линию Солнце-Земля-Марс. То есть это все же не событие одной ночи, и Марс будет постепенно удаляться от Земли. Разницу в видимости в эти ночи будет заметить сложно. Последний раз Марс был еще ближе к Земле в 2018 году. А вот в будущие годы Марс будет дальше от Земли, так что не пропустите события этого года. Любой желающий увидит явление даже без применения оборудования. Марс виден в небе как очень яркая оранжево-красная точка. Марс в эти ночи один из ярчайших объектов неба. Ярче его только планета Венера, Луна и Солнце. Марс достигает наибольшего углового размера в 22,5 угловых секунд, что позволяет рассмотреть в телескопы на нем детали поверхности. Мне удалось сделать съемки Марса весной, летом и осенью этого года. Вы можете увидеть, как менялся его видимый размер, как таяла ледяная полярная шапка и в то же время, как становились видны детали поверхности. Невероятно, темные регионы. Ранее я никогда не видел такого, ведь в прошлые противостояния на Марсе была сильная пылевая буря, да и телескоп, в который наблюдал Марс, был меньше. А теперь я могу поделиться этим и с вами. Вы можете видеть оригиналы видеозаписи, сделанные через телескоп, а также итоговые изображения, полученные программной обработкой с отбором и сложением лучших кадров. Это позволяет добиться большей детализации снимков. Поделитесь этой новостью с близкими и друзьями, чтобы они также не пропустили возможности увидеть в небе яркую планету. Если вам интересны тайны космоса, подписывайтесь на новые видео этого канала. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ясного неба и удачных наблюдений!